Макс, блин, ну брось там свой мобильник, блин. Ты реально достал уже. Что не делай, одно дело. Что за привычка? Да пофигу. Не, ну что за поколение? Нет. Про взрослый человек. Да пофигу. Ведет себя как девочка 15-летняя. Чтобы удовольствие получали. Ну. Это все по буддизму страдания. Или тришна на санскрите. Что именно? А вот, ну вот эти вот вещи, хотелки. То есть, да, когда хотелки, то есть, или там, что вот не понятно. Соответствует, вот он хотелось, чтобы Макс спускался, то есть, как вам нравится, то есть, все там, рост на кармане, это все. А ему нравится вот так вот, то есть, ну, понятно. Я беспокоюсь за него. Вас это не устраивает, то есть, и, соответственно, вы что, опять же, таки страдаете. Я страдаю за твои хотелки. Нет, это из-за ваших хотелок, конечно. Но мне-то еще с ним сколько времени проводить, я не хочу с ним в больнице проводить это время. Ну как, ну придется, будете больницы проводить, чтобы поделать, да. Как мы с ним 6 лет знакомы, уже 30 лет практически вместе. Ну как вместе? Круто же. С перерывами, но вместе. Так, ага. Кстати, на самом деле мы почти с тобой 30 лет уже. Да, с 89-го года. Очень долго, да. Да, много. У меня мама была его первой учительницей в первом классе.